Так, небольшое видео о работе пока вот этого манка. Смотрите, в прошлом году примерно то же самое было с вот этим манком. Ну, теперь нужно протестить, наверное, вот этот манок. Я в него научился более-менее дуть. Я думаю, все манки рабочие, поэтому... Не знаю, если... Знакомые не позабирают какие-то из этих, то оставлю все равно себе один. Поэтому, как сказать, судьба решит, какой останется. Какой заберут, такой заберут, как бы я. Ну, этот будет тоже рабочий, просто надо в него немножко рукой вот дудеть. Вот не тестил я его еще. В этом году я взял, в прошлом году я взял двух лисиц под этого, в этом году пока одну. Вот, смотрим. Так, что я еще не сказал? Вы представляете, это вот сейчас была одна лиса, которой я не подошел. Я ее увидел там за 1,5 километра в бинокль, что она там лежит. Я подошел метров на 500, я позвал, и она прибежала. А когда будет гон? Я там сяду под посадочкой, ну, я думаю, с любым из этих манков. И, ну, вот этот точно проверенный, вот этот нужно тестить. И на него, у меня на него еще надежды есть снять этот мундштук. И ближе дальше брать, пользоваться как нордиком. Вот 100% он зазвучит очень классно. Плюс еще там есть отверстие, которое может по-разному дать ему звучание. А вот когда будет вот эти вот хищники наши бегать, гон, потому что нету лисы вообще. Если есть единица, и она лежит. Вот как эту я увидел на поле, она лежит. Я подошел, позвал, она прискакала. Если будет гон, и я засяду там где-нибудь... С вот таким маночком, ну, я думаю, лишь бы была погода. Погода у нас то дождь, то вон снег сегодня зарядил, то солнце он уже светит. Я думаю, камеру я буду брать, я постреляю и видео еще посниму, так что пусть эти желтенькие готовятся. С другой стороны, ну не нужна мне эта лисица и как бы просто интересно, вот и все. Так ты говоришь, не понял, да? Лисица лежала и глядь прет на меня. Я, блядь, на меня в лоб.